Салоны сотовой связи в Иркутской области проверяет полиция и Роскомнадзор. Оперативные сотрудники устанавливают факты незаконного использования сим-карт. Только за прошлый год в ходе рейдов изъято около 4500 симок. С начала года уже зарегистрировано 2 правонарушения. Конфисковано почти 90 сим-карт. В прошлом году на территории Приангарья в ходе проверок выявлено свыше 70 административных правонарушений за реализацию сим-карт без заключения договоров об оказании услуг радиотелефонной связи с гражданином. На нарушителей составлены административные протоколы. Материалы направлены в Роскомнадзор для принятия правового решения. Нарушители будут привлечены к ответственности. Им грозят штрафы от 2 до 200 тысяч рублей.